Силы спасателей в прошедшие выходные были брошены на борьбу с чрезвычайным происшествием на левом берегу Волги. Пожарные устраняли последствия майских праздников. «Чистый берег» – так называется экологическая акция МЧС, которая проходит во всех регионах России не первый год. Спасатели, сотрудники госинспекции по маломерным судам и просто неравнодушные граждане приехали за Волгу, чтобы показать своим примером, что убрать мусор – это несложно. Если мы с вами будем безалаберно относиться к окружающей нас среде, то нашим потомкам достанется земля, замусоренная пластиковыми пакетами, бутылками и стаканчиками, которые не разлагаются, и земля, которая будет мертва, на которой ничего не будет расти, вода, в которой не будет рыбы, в которую будет страшно зайти искупаться самим нам. 160 человек прошлись по левому берегу Волги и набрали 120 мешков мусора. Но даже столько людей при всем желании не смогут очистить берег реки от гор стаканчиков, бутылок, фантиков и прочего хлама. МЧСники обращаются с просьбой не мусорить и убирать хотя бы за собой, ко всем отдыхающим.